Всем привет! Сегодня 17 октября 2019 года. Мы с вами находимся уже традиционно за последнюю неделю на стройплощадке Шлявского пути провода. Собирался сюда приехать вчера, потому что вчера уже начаты были работы по сборке последнего пролета. Если быть точным по нумерации, это пролет 5-6 называется. Это самый крайний пролет возле метро. Но вчера были именно подготовительные работы, то есть это было не зрелищно. Готовили площадку, заказывали краны, собирали сварщики свое имущество сварочное. Поэтому я вчера не стал сюда ехать. Сегодня я приехал посмотреть, как там все идет. Уже возвышается, я вижу там кран. Сейчас мы туда пойдем. Ну а заодно, поскольку я думаю, что обзор будет не сильно длинный, то покажу вам все, что происходит на площадке. Смотрим, не забываем подписываться на наш телеграм-канал, подписываться на нашу страницу в Facebook и вступать в нашу группу в Facebook и делиться также и своими репортажами с нами. Прежде всего мы смотрим, находим пролет третий, который мы так внимательно все следили за его перемещением, на том месте, на котором мы его оставили, то есть возле стены большевика. Но поскольку, как обычно, уже несколько дней в Фейсбуке всякие зрады разные гуляют, то хочу разъяснить, что к чему. Первая зрада была такая, что якобы пролет неправильно рассчитали, и он, в общем, не помещается между большевиком и стойками. Я думаю, что такие люди, которые это пишут, они не смотрят просто наших обзоров, но надеюсь, что, может быть, вы им донесете, как оно есть на самом деле. Напоминаю, что это пролет, который пойдет туда вот на присоединение ко второму пролету, через проспект. Соответственно, у него есть уже частично сделанный отворот на съезд на проспект Победы, который будет сделан уже полностью, когда будет снесено здание большевика. Сейчас, кстати, вроде бы идут интенсивные переговоры. Какие-то, я не вникаю в эти темы, но слышал такую информацию по поводу его сноса. Поэтому, соответственно, пролет здесь временно стоит. И для того, чтобы именно он мог спокойно уехать, не зацепившись за большевик, было две консоли не установлены на него. Это консоли пешеходные, это вот такие вот плиты, как с этой стороны, они сбоку висят, только с другой стороны, потому что там уже идет расширение. Когда пролет станет на место, то я не знаю, либо сразу эти консоли поставят, либо уже будут ждать до тех пор, пока можно будет присоединять туда съезд. Но сам факт, что я вам уже показывал, возможно, просто забыли, наверху на пролете уже временные, наваренные специальные подпятники под ограничительный отбойник, для того, чтобы туда машины не вылетали, когда еще не будет съезда. То есть так запланировано, что съезды, это, насколько я понимаю, весной будут делаться, а сейчас там будут машины ходить прямо, и там будет просто такой вот, как, может быть, вы видели на Дарницком мосту, кирпы, там тоже такой отворотик есть под съезд, но самого съезда пока еще нету. Кроме того, ну, понятное дело, что зрада, потому что все очень ожидали, что пролет сразу переедет, но, как я писал много в комментариях, еще раз озвучу в обзоре, был план минимум, был план максимум. План максимум — это пролет должен был подняться с помощью голландских специалистов, переехать сюда и отъехать туда для того, чтобы его сразу смонтировали. Не успели по техническим причинам, я говорил об этом. Особой зрады не было, было скорее такое вмешательство свыше, потому что отказал датчик, который, в принципе, никогда практически не отказывал. Но это я всему свидетель, я даже показывал это все в обзорах и в своих прямых эфирах. Далее был план минимум, по которому сейчас идут. То есть пролет освободил стапеля, вот сейчас мы видим, на стапелях ничего нету, для того, чтобы мог собираться четвертый пролет. В принципе, голландцам удобнее либо сразу поднять пролет и отвезти на место, либо же оставить его здесь, а потом отвезти на место два пролета готовых, один за другим. Пока, я так понимаю, идем по второму варианту, который сокращенный. Стоит ли форсировать переезд этого пролета? Ну, сейчас в этом нету никакого смысла. Лишний раз дергать голландскую бригаду и платить за это деньги, это, ну, я считаю, это нерационально, и возможно, что в этом со мной солидарны те, кто вот здесь согласовывает производство работ. Поэтому почему это несущественно сейчас? Потому что крепление пролета — это 2 дня, плюс-минус день еще на какие-то технические непредвиденные обстоятельства, на перевозку и так далее. Соответственно, пока не готов четвертый пролет, есть фора.
это все время здесь пролет может стоять, он никому не мешает. После этого, когда уже будет почти собран четвертый пролет, тогда проедет быстро этот, и буквально через несколько дней проедет четвертый, который станет вот на то место, где сейчас стоит третий. И самый главный вопрос, где, собственно, четвертый пролет? То есть, да, освободили стапеля, и чего дальше? Ну, тут опять, как обычно, логистика, организация, и все не так просто делается. Сейчас металл идет из Николаева. Вчера вроде бы как он уже должен был быть отгружен. И поскольку металла много, то он так потихонечку фурами едет в Киев. И завтра, я надеюсь, что так оно и будет, завтра должен прибыть уже металл. Там весь или частично, он может постепенно прибывать. Работы сварщиками уже выполнялись. Вот мы видим там мотопные плиты, которые переносились из запасников. И они уже сейчас сблокированы. Также еще одна готовая плита лежит там. Переставили вот эти консоли, которые будут цепляться на третий пролет. Зачем их переставили? Для того, чтобы завтра принимать новый металл туда. По металлу только частично есть на сегодня. Вот есть две ортотропные плиты и есть фрагмент балки будущей. Все остальное сейчас едет из Николаева к нам. Как только оно приезжает, здесь работа кипит. Но самое интересное, почему я сюда пришел, я уже озвучил в начале. Там у нас начинает собираться возле метро новый пролет, коротенький, маленький, которого мы тоже давно ждали. И сейчас я еще пройдусь к бетонщикам, и после этого мы пойдем посмотрим, как там дела обстоят. Сегодня я пришел, пожалуй, не совсем в удачное время, в час дня, и мы видим, что никого нет, все на перерыве. Но мы видим результаты работы. Приготовленная опалубка, стоит кран, и теоретически вот сейчас кусок работы — это поставить опалубку. Мы, кстати, видим, что на тыльной стороне от каркаса уже опалубка стоит, выставлена. Сейчас будет самое сложное — это вот эту вот фигурную опалубку под контрфорсы собирать здесь. Я предполагаю, что, возможно, завтра или же в субботу будут заливать очередной фрагмент стены, так называемую захватку. И сегодня мне сказали, что должны начать разбирать уже вот эту часть, потому что мы помним, как ее заливали. Это было позавчера, 15 числа. И уже бетон набрал настолько прочность, что можно снимать опалубку. Вот когда уже уходил, то вижу, уже первый сотрудник приступает к работе после обеда. И по дороге на противоположную сторону проспекта мы зашли на старый заезд на мост. И видим здесь экскаватор. И на мой вопрос, что здесь будет происходить, мне сказали, что вот сейчас как раз после обеда начинается демонтажная работа уже по этому заезду. Как мы видим, Липхер переставляет вышку монтажную. Я так понимаю, что делается также в рамках подготовки к прему металла, потому что металл обычно сюда приезжает, а металла будет много для целого пролета, поэтому здесь надо много места освободить. И мы видим, какой-то экскаватор, грузовик подъезжает, то есть люди активно с обеда, я вижу. Мы с вами находимся уже на противоположной стороне и попали уже на интересный момент. Мы видим, что огромный кран, насколько я предварительно слышал, 200-тонный КАТО, сейчас перемещает фрагмент балки. Уже пролета 5-6. Пока я еще не знаю, только сюда пришел, еще не знаю, куда его именно перемещают. Либо уже в проектное положение, либо будут где-то здесь собирать. Но мы видим, что, как нам и обещали, работа началась. Я вам говорил, что работа должна была начаться вчера, но вчера это была подготовительная работа. То есть приехал кран, подготовили площадку, согласовали все формальности, сварщики, сборщики проверили наличие всего необходимого. Как мы видим, привезли песок для пескоструйки, подвезли опоры, и все это заняло вчера целый день. И сегодня наконец-то началась работа. Так, немножко я ошибся, кран 120-тонный, чтобы не было потом разночтений. Так,
куда они ее... Ага, похоже, что они ее развернули себе для монтажа, но, возможно, будут какие-то здесь делать работы еще. Мы сейчас посмотрим, что готовят с другой стороны вот этой вот опоры, под которой я сейчас стою. Мы видим, сюда переехала пескоструйка. Переехал специальный суперкомпрессор для пескоструйки под названием Алуп. И также мы видим, как уже установлены временные опоры с песочницами на опорный ригель, на который будут балки крепиться. Специально для этих работ сюда привезли дизельный генератор. Если верить табличке на нем, то он выдает целых 160-128 киловатт, я не знаю, от чего это зависит. Но, в общем, такой мощный, как вы видите, потому что здесь, как оказалось, я уже говорил об этом, нет такого мощного источника подключения. И мы видим, как уже знакомые нам монтажные рамы переносятся на балки. Да, теперь, мне кажется, уже понятно и мне, и вам технология сборки. Сейчас установят на балки рамы и потом поставят их в уже проектное положение, но на временные опоры. Рамами обопрут о пролет первый. Ну, теперь я уже только условно могу называть первый. Первый, который перевозился, здесь, который был собран. А обратными частями обопрут их на песочнице, на временные опоры. Также обращаю ваше внимание на то, что этот пролет будет состоять из 4 балок. Они не укрупнялись, потому что пролет коротенький. И вот они так целиком будут ставиться. Почему 4 балки? Потому что 5-я балка ушла на тот съезд в сторону Святошина, на котором я сейчас стою. Я вам уже тоже показывал, но, может быть, кто-то не обращал внимания. То есть вот одна балка потерялась примерно вот в этом месте. Пойдет на поворот. Мы видим, как подключают всю эту технику. Это у нас полуавтомат. А есть у него какие-то интересные характеристики? Там мощность может быть большая, повышенная. Какой вообще полуавтомат нужен для того, чтобы такие работы выполнять? 400-амперный. 400-амперный. Ну, побольше, чем ваш домашний сварочник, я думаю. Вот мне подсказываешь, там 1,2, здесь 400 ампер. Вот, ну, кто разбирается, может вот по его внешнему виду, по марке, погуглить, что это за аппарат. И им, напоминаю, делается 2 прогона. А потом сварочный трактор уже проходит, делает финализацию шва. Так. Мы видим, что в данном случае гораздо проще проходит монтаж рамы, потому что рама собранная уже. Напоминаю, это рама, которая осталась от присоединения второго пролета к первому. Ее прямо так в сборе ставят. А внизу мы видим, подготавливают специальные монтажные домкратики, которыми, напоминаю, отжимают, поджимают, корректируют, в общем, положение одной огромной балки, огромного куска ортотропной плиты относительно другого. Вся подготовительная работа занимает на самом деле очень много времени, и со стороны, возможно, кажется, что это так делается мгновенно. На самом деле не все так просто.
с вами уже находимся на балках. Видим, как сделана рама, заняла свое место. Да, здесь были готовые посадочные места под нее. И мы видим, как застропили эту балку. Я так понимаю, что будут ее сейчас переставлять на пролет уже на свое место. Но прежде чем это делать, они должны закрепить еще скользящую опору на ней. Вот такая, такое легенькое касание. Я думаю, что ради безопасности мы переберемся чуть подальше. Каска меня не спасет, если эта штука меня ударит. Да и, в общем-то, запрещено в зоне таких работ находиться посторонним, даже в касках. Мы видим, что сейчас некоторое затруднение представляет то, что теперь у балки смещенный центр тяжести за счет тяжеленной рамы. Напоминаю, что рама нам сколько-то говорили, по-моему, если не ошибаюсь, 2 тонны. Кстати, видим интересную консоль, которая, я так понимаю, с загибом завершает. Очевидно, что она может завершать. Что-то завершает. Не буду пока гадать. Какой-то поворот обрамлять должна. Да, мы видим, как перевешивает заметно эта рама и создает некоторые проблемы, но слышим по возгласам строителей о том, что все нормально. Приготовленная опора скользящая стоит напротив балки. Сейчас ее каким-то образом будут поднимать и крепить. Как мне сказали, будут ее клеить, но думаю, ее, конечно же, будут прикручивать. А клей имелся в виду, будет какой-то слой типа герметика для того, чтобы под нее не попала влага. И для того, чтобы, возможно, гасить частично вибрации. Мы видим, еле-еле 3 человека, взрослых мужчины, поднимают эту тяжесть. Мы видим еще какую-то тяжеленную штуковину принесли. Причем она такой интересной геометрии. Это не просто пластина, она такая, не знаю, трапециевидной формы в поперечнике. И судя по отверстиям, похоже, что она должна обеспечивать, чтобы вот эта вот опора, она под углом к балке, судя по всему, должна быть прикручена, приклеена. Ну, по причине того, что подферменники, они горизонтальные, а мост идет на снижение. Да, мы видим, как тщательно обходят все края. Значит, действительно, это больше герметик. Для того, чтобы нигде не просочилась влага по краям. На первом пролете появился геодезист. Да, при сборке таких конструкций без геодезиста ни шагу. Это на любой стройке незыблемое правило. Мне тут по ходу дела прокомментировали. Оказывается, еще есть интересная функция у вот этого вот клея. Это действительно клеевой состав. То есть для того, чтобы дополнительное сцепление при продольном и поперечном движении от температуры этих балок уже на опорах, чтобы не срезало болты, дополнительно их усиливают каким-то супер-пупер клеевым составом, который там из нескольких компонентов мешают, прямо как настоящую клеевую смесь там для камня, для плитки. Вот такое здесь тоже есть. Ну и то, что я вам сказал, это, как мне сказали, вторичные функции, но они имеют место быть. Так, мы видим, как на нее водружают плиту переходную.
пока мы ожидаем, что будет делать с балкой, мы видим, как продолжаются работы по коммуникациям. Я уже просто не знаю, наверное, вам смешно слышать. Я все время одно и то же говорю. Они все продолжаются и продолжаются. Какие-то трубы привозят, какие-то трубы увозят. Что-то приехал опять экскаватор копать какой-то котлован в районе вот той задвижки, которую я вам показывал уже много раз. Какой-то человек стоит в яме там в районе задвижки. В общем, тут еще работа и работа, насколько я понимаю, с этими коммуникациями. И это все, конечно же, задерживает процесс, потому что нельзя, я думаю, забутовку начать делать нормально. Мы видим, сколько уже приготовили крепежных пластин и специальных стяжек. Напоминаю, что этими стяжками вы видели уже, допустим, такие на Подольско-Воскресенском, да и на этом мосту вроде бы они использовались. Притягивают и позиционируют при сборке различных частей плит и балок. Итак, мы видим, как все подготовили, все намазали клеем и дали команду на Вира. Балка отрывается и смещается в сторону. Вот такие вот бывают неожиданности. И сейчас самый интересный момент будет. Сейчас пытаются этой огромной плитой каким-то образом попасть на вот эту вот деталь. Так, мы видим, что балка зацепилась за соседнюю. Такое бывает сплошь и рядом, когда в таких условиях стесненных работаешь. Здесь также какие ситуации с липхером. Крановщик, он не видит абсолютно ничего из того, что здесь происходит, и ориентируется только на команды по рации стропольщика. И мы видим, как сейчас опорную часть подставляют под балку, а балку, видимо, будет как-то пытаться надвигать на опорную часть. Один болт попали, второй пока нет. И вот мы видим, как уже все попали болты в нужное отверстие. И сейчас идет обтяжка гайковертом, после чего, насколько я понимаю, будет плита перемещаться на свое проектное положение. И мы видим, как опора закреплена, все в полной боевой готовности, и кран начинает ее поднимать для установки. Эпохальное событие. Первая балка пролета 5-6. Сейчас изменят ориентацию этой махины. И мы увидим с вами это событие. Такая вот красота. Мы видим снизу та самая скользящая опора, которую только что крепили. И это у нас идет на первый пролет, на первую балку получается, на правую. Нет, вроде бы вторая. Ну, почему первая, вторая, это есть какие-то свои мнения у проектантов, которые составляют проект производства работ, так называемый ППР. Какую балку, в каком порядке ставить.
Возможно, следующее будет первое, между ними будут вариваться ортотропные плиты. Это, конечно, еще не смычка моста, но можно сказать, маленькая смычка. Смычка моста с береговым устоем со стороны Довженко улицы. Первая балка всегда самая трудная, потом все идет гораздо проще, быстрее. Против солнца особо не поснимаешь, но мы видим, как там на противоположном ее конце принимают ее, сверяются с необходимым местоположением, снизу стропольщик управляет этим процессом по рации. Крановщик все самое интересное пропускает, он сидит грустно за стенкой и ничего не видит, что он куда ставит. Ну, рация, да, вот рация это. Как вы видите, по времени, которая на это все затрачивается, даже просто вот так вот опустить ее и поставить, это тоже не так все быстро. Все похоже, что на стороне пролета все состыковали как надо, и теперь идет опускание. Мы с вами свидетели этого эпохального события. Сантиметров, 5 сантиметров, и вот касание. Поздравляю с первой балочкой нового пролета. И меня спасибо, и всех наших зрителей, тем, что мост все-таки вырисовывается все больше и больше. И вот мы с вами, как обычно, первопроходцы, первые попадаем на новый пролет. Я всегда эту честь вам отдаю, даже раньше, чем это сделали монтажники. Мы сюда с вами попали, вообще самые первые, кто вступили в новый пролет моста. И мы видим, кстати, то самое место, которое превратится после стыковки в технологическое окно, которое будет потом заварено. Это то окно, через которое сварщики покидают это место, и потом это все заваривается. А снизу, как я уже сказал, там делается подрезка, там есть специальный запас. Вот только что был такой поштовх, не знаю, почувствовали вы это со стабилизацией нашей новой камеры, но вот это мы видели с вами, когда на устой моста опускали балку, а теперь она опущена на опоры рамы. Вот сейчас я нахожусь уже над этим окном технологическим, и мы видим небольшой нахлёст внизу, который где-то составляет, наверное, сантиметров 8, и он будет убран, после чего это все будет сварено, скреплено и превратится в цельную конструкцию. Вот так вот выглядит со стороны наш будущий пролет, пока это еще зародыш пролета. Мы присутствовали с вами при его рождении. Ну что ж, на этом я заканчиваю наш мини-репортаж. Сделаем такой обзорчик состояния всего на площадке. И мы ждем, конечно же, прибытия металла и каких-то решений, когда же будет
довозится пролет. Есть такая вероятность, что его все-таки на этих выходных решат, потому что голландская бригада не уехала. Мы сегодня видели, они там какие-то делали перебазирования, поэтому, возможно, они ждут выходных. Возможно, это будет даже в субботу утром. Я ничего не буду загадывать, просто говорю как один из возможных вариантов. На этом я с вами прощаюсь до следующих обзоров. Благодарю вас за ваши подписки, лайки, комментарии. Очень благодарю вас за ваши донаты. Благодаря вашим пожертвованиям мы работаем и имеем возможность для вас делать такие вот интересные, надеюсь, обзоры. Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал, там интересно. Подписывайтесь на нашу страницу и вступайте в нашу группу в Фейсбуке. И публикуйте там свои тоже репортажи по Киеву и по Украине. Всем спасибо, мира, добра, счастья. Пока.